Купи кофе, сделай добро. Это и есть концепция проводимой акции. Кофейня Канпиано открыта относительно недавно, но у нее уже есть постоянные клиенты. Галина Кунижева – молодой предприниматель. Девушка считает своим долгом сделать доброе дело. Галина – постоянный участник Центра поддержки предпринимательства. И по ее признанию, идею провести благотворительную акцию ей подсказал один из лекторов семинара. Мы подготовили за 2 недели полностью все, что мы должны сделать. Мы пообещали собрать 100 тысяч рублей нашему дому ребенка. А даже если каждый житель нашего города выпьет по 1 чашке кофе-латте, мы сможем собрать эту сумму, которую мы пообещали собрать для дома ребенка. Так почему же именно латте? Все просто. Дело в том, что этот молочно-кофейный напиток любят многие. Конечно, приготовить латте не так уж сложно, особенно если следовать всем советам. Но в Канпиано этот напиток совсем другой. Здесь используется особенный сироп, который был разработан специально для этой кофейни. Этот сироп для нас помог разработать ведущий бренд-менеджер компании Манин. То есть это уникальный кофе с уникальным сиропом. В первый день акции было продано без малого 29 стаканчиков кофе. Это говорит о том, что нашим людям все-таки присуща черта – делать добро. Подобная инициатива не осталась незамеченной. Министерство здравоохранения республики вручило сотрудникам кофейни благодарственное письмо. Вот такие акции, они привлекут внимание еще больших людей. И даже вот маленькое вот такое кафе, вот они способны провести какие-то вот такие акции. Поэтому я думаю, что мы им признательны. Мы принесли им благодарственное письмо от имени министра. И надеемся, что вот в республике, в городе такие акции будут не одноразовыми. Телеканал «Архыз-24» также поддерживает данную акцию «Латте подари добро». Каждый житель может принять участие в столь благородном деле, купив стакан вкусного кофе. Тем самым вы подарите настоящее добро деткам из детского дома в канун Нового года. Уже 22 декабря все вырученные деньги будут отправлены в городской дом ребенка. Или же на эти средства будут куплены необходимые ребятам вещи. Ислам Джукаев, Роман Баюра, «Архыз-24».